Мой двор, мой сад уже можно смело считать, что проект, инициированный Акимом области, в дебютном году завершился. Время подвести итоги, и они, по мнению куратора Кайрата Каримова, выдались отличными. Подробнее в следующем материале. Жительница Теректинского района Жансая Сейдалиева отнеслась к проекту со всей серьезностью. Она получила госгрант и высадила 60 саженцев яблонь. Вместе с супругом они сделали максимум, чтобы новый сад принялся. И результат пока хоть и не зрим, но задел на будущее определенно есть. Уже в ближайшие годы яблони будут плодоносить. Мы сажали деревья по всем советам. Сейчас состояние яблонь хорошее, к зиме их подготовили. Если у нас возникали трудности или не хватало опыта, то мы звонили Кайрату Каримову. Мы благодарны ему. Очень простой в общении человек. Всегда подскажет, разъяснит, как ухаживать за деревьями, когда обрезку делать. Все объяснил досконально. Благодаря нашему куратору сад в отличном состоянии и, надеемся, будет богатый урожай. Всего обладателями грантов стали около 67 региона. Система отлажена так, что после выдачи денег получатели не остаются без внимания. Их курирует опытнейший садовод Кайрат Каримов. Руководитель международного экспериментального сада-питомника отметил, что инициатива главы региона реализована на отлично. Очень большой радости. Очень активно все приняли участие. И результаты к осени очень хорошие. По приживаемости, хотя было лето такое экстремальное, жаркое лето. Весна была экстремально жаркой, но результаты очень, очень хорошие, потому что люди отнеслись к этому очень ответственно. Вот это вот радует, конечно. Проект, в свою очередь, имеет три направления. Первое – это, как уже было сказано, обеспечить жителей саженцами и необходимым оборудованием. Второе – это помощь тем, кто решил завести сад самостоятельно. Третье направление – это высадка деревьев на территории соцобъектов. Во всех, к слову, принимает участие каждый, кто захочет. Свыше 1200 человек приняли участие в этом проекте. Ряд жителей изъявили желание вырастить на своем участке небольшой сад. Если пилотный проект даст положительные результаты, мы планируем расширить аудиторию участников проекта. Проект долгосрочный, и его результат сразу не увидишь, подчеркивают специалисты. О его успехах можно будет окончательно судить, когда все деревья начнут плодоносить. А это не раньше, чем через 2-3 года. Приуральцы, поддерживающие инициативу «Мой двор, мой сад», делают для этого все необходимое. Алексей Кочемасов, Рустим Ищанов, Аида Сагидулла, телеканал Акжаик.